Всем привет, друзья! Сегодня мы сравним два глюкофона. Один деревянный, второй металлический. Значит, они оба в одинаковых настройках, поэтому нам будет просто понять вообще, в чем разница в тембре звука. Я хочу попробовать на них разные техники. Ну и послушать, как они откликаются. В общем, если этот глюкофон ставить на землю и закрывать ему вот это отверстие, тогда звук в нем концентрируется мощнее, и можно, ну, управлять эффектом вот этим вау-вау, который у нас, ну, преобладает на именно
низких частотах. Что-то такое. Деревянные глюкофоны это по сути уже какой-то, ну скорее другой инструмент, ну или то есть продолжение развития глюкофона в таком виде, что там это лепестковый барабан, который там имеет свои какие-то перкуссионные техники, свой тембр, потому что, ну, глюкофон у него такой более все-таки обволакивающий колокольный звук, здесь звук более яркий, подходящий для таких каких-то быстрых наигрышей, каких-то там плясовых, я бы сказал, ну или просто он как-то даже более весело звучит, одни и те же ноты на нем, ну за счет именно тембра. Поэтому, ну лично мне такой глюкофон очень нравится, но он мне не заменит обычный глюкофон, вот, и ну, на этом всегда классно поиграть, но иногда не хватает такого обволакивающего вот этого звучания классического глюкофона.